Игорь Семенов родился и вырос в Куйбышеве. На службу в органы внутренних дел поступил в середине 80-х. Позже окончил Уфимский юридический институт МВД России. В милицейском спецназе Игорь Альбертович проходил службу с марта 1993 года. Через 8 лет офицера назначили заместителем командира специального отряда быстрого реагирования. Судьбоносной оказалась поездка в Чечню, откуда Игорь Семенов уже не вернулся. Жена Игоря, Елена, вспоминает, как с особым трепетом собирала мужа в служебные командировки. Когда я его собирала, он ставил вещмешок вот ростом с меня, взял записку, тебе туда положить, я ему все укладывала, потом он проверял, потом ехали на рынок, покупали там, что ему надо всегда, вот он это, седьмой раз вот поехал, и там погиб. Во время спецоперации Игорь Семенов взял огонь на себя, дав возможность боевым товарищам уйти в укрытие. Сослуживцы помнят Игоря Альбертовича как надежного и ответственного человека. С ним очень было приятно работать. Всегда был строгим, дисциплинированным, справедливым. Любые специальные операции доводил до конца. В благодарность за мужество, отвагу и преданность Отечеству на фасаде 57-й школы установили мемориальную доску в честь Игоря Семенова. В торжественной церемонии открытия приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Память о каждом герое должна сохраняться. И, конечно, мы приложим максимум усилий к этому. Росгвардейцы на правах преемников войск НКВД, подразделения милиции и полиции свято чтут героев и соблюдают лучшие традиции увековечивания памяти подвигов во имя Родины. Наш полицейский спецназ, наш СОБР всегда был оплотом правопорядка на земле. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем делать все возможное для того, чтобы новое поколение росгвардейцев не забывали наших героев, которые отдали жизнь за восстановление конституционного порядка. Мария Елчен, Константин Головин. События.